Обнаружены. Товарищ майор, едут. Понял. Стройте заставу. Едут. Да. Вы наблюдаете за солдатами? Для них это все-таки ЧП. Все будет в порядке, Константин Анатольевич. Угу. Товарищ прапорщик, личный состав заставы построен. Дежурный по заставе сержант Семенов. Можете идти. Есть. Застав, равняйсь! Тырра! Товарищ майор, личный состав заставы. Хорошо, хорошо, вашему... остановите строй. Есть. Еще раз напоминаю вам, что в своем лице вы представляете, так сказать, всех советских пограничников. Ясно? Понятно? Равнение налево! Симпатичная. Соображаешь. Разговорчики. Здравствуйте, товарищи пограничники! Здравствуй! Начальник заставы майор Гребнев. Председатель фабкома фабрики «Красная швья» Новак. Здравствуйте, Константин Анатольевич. Как добрались? Бесподобно. Эх, и местный Севас, Константин Анатольевич, исключительно впечатляющее. А вы что, девчата, в кучку жметесь? Да, шеф и смущается. А подшефные что, тоже растерялись, а? Что может специальную команду подать? Могу. Застава, вольно! Застава, знакомься! Так-то лучше. Да, давненько ждем вообще. Товарищи, позвольте вашей погранзаставе преподнести скромные подарки от тружениц нашей фабрики. Это для вашего оркестра. Спасибо. Пожалуйста. Два комплекта популярной русской народной игры «Домино». Пожалуйста. Шахматы – одна штука. Часы шахматные – янтарь – две штуки. Пожалуйста. А это полотенца махровые для каждого из вас. Девочки, раздавайте. Так. А это вам. Ну, я потрясен. Слышите, товарищи, ваши аплодисменты считать благодарностью славному трудовому коллективу фабрики от нашей заставы. На этом торжественную часть объявляю законченной. А сейчас наши шефы дадут небольшой концерт художественной самодеятельности. Так? Точно. Но и мы в долгу не останемся. Правильно? Заветную память храня во всем, мы помним холмы, проселки родные, мы трудную судьбу сегодня несем вдали от России. Оружие заряжено, поставлено на предохранитель. Произвольные упражнения на перекладине. Thank you.
На этом мы заканчиваем наш концерт. А что ж так мало? Почему Микеладзе фокусы не показывает? Он в наряде, товарищ майор. А? Ну, а чтецкая программа. Седых. Он у нас на артиста учился. Ну, давай, Седых, не тушуйся. Ну, прояви талант. В чем дело, Седых? Я сегодня не в форме, товарищ майор. Ясно, понятно. Что значит не в форме? Ну, это значит, что я стихи читать не буду. Так. Ну что ж, садитесь, товарищ Седых. Сидите. Тоже мне еще солдат. Стоило девушкам ехать 60 километров, чтобы танцевать друг с дружкой. Это удовольствие они всегда в клубе получают. Прапорщик, танцевать. Есть танцевать. Инна Петровна, давайте покажем. Решите? Танцевать! Бегом! Пошли, 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 пошли! Все, 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 все! Современных танцев. Разбегутся на 100 метров и друг перед другом выкаблучивается. Тулаев, скромнее. Угу. Не знаю, может, я консерватор какой. Ведь танцы же главное удовольствие, я считаю, держать женщину, так сказать, в руках. Ощущать ее, понимаешь, а? Да разве это танцы? А вот и Инна Петровна с мужем неплохо получается, правда? Но... А у вас Инна Петровна что делает? Да она нас в отпуску. Стало быть, на побывку приехала. Кто знает, может, насовсем. Дело житейское. А помнишь, Садко при свечах вальс танцевали? Ты еще боялась, что денег не хватит. Повезло мне замполитом, я считаю. Он к нам по партнабору прибыл. Угу. Всего полгода у нас, а освоился, понимаешь. Я тебя люблю. Что это вы такое говорите, товарищ старший лейтенант? Какой пример подаете личному составу? Пойдем домой. Я ж сегодня дежурю до утра. Извини, служба. Стрекалов. Стрекалов. Что же это вы в одиночестве сидите? Письмо пишу, товарищ старший лейтенант. Письмо можно и завтра написать, все-таки шефы не каждый день приезжают. Завтра другое будет. Ты что же, каждый день? Мы так договорились, товарищ старший лейтенант. Ну, тогда пиши. Этого, наверное, нельзя спрашивать. Скажите, а у вас нарушителей много задерживают? Только между нами. До обеда обычно больше бывает, к вечеру поменьше. Мамочки, и они, наверное, все отстреливаются. А как же? Обязательно. У нас тут все покалечены. У меня, к примеру, рука деревянная. Хотите пощупать? А сегодня, Асенька, меня ранили в самое сердце. На вылет. Правда, Ася? Это ничего. Вы дослушайте и поедете домой к себе. Вы сами откуда? Из Иваново. О, тем более. Город Ткачих. Сколько у вас там женщин на одного мужчину приходится? Штук 5, я думаю. А вы их на штуки считаете? Как на штуки?
Ну уж, во всяком случае, если поссорился с девчонкой, то уж не миришься, идешь другую провожать. Скажите, как жестоко. Куда же, Васенька? Васенька, это же Соляви. Я вот 805-му доложу, что ты меня от каждого столба названиваешь. Можешь не торопиться. Девушку уже всех разобрали. Вот у меня здесь две сидят. Хохочут. Дежурный по заставе сержант Семенов слушает. Понял. Сейчас доложу начальнику заставы. Отставить! Застава! Пожар! Гребнев слушает. Что там у тебя, Иван Степанович? Ясно, понятно. Ладно, председатель, не паникуй. Мои сейчас подскочат.